Давно пора вас перебить. Одной миной меньше. Чёртовы твари! Полегчало уже.
кто, я бы не поверил. Нахрена сутулый вообще? Да просто все. Их если постараться выдрессировать можно. Главное дотаскать, чтобы на людей без команды не кидались. Это трудно. А потом уж как по маслу пойдет. Ну а так, скотин, нормально. Хочешь танки запрягай, хочешь тюки на него грузи. Если Ёша тут засада какая, ты ему фас! А он и рад, поскакал воевать. Который побольше тех бойцовских ям покупает. Жернова крутить могут. Дешевле выходит, чем горючку жечь. Бывает еще как охранников Похоже, не открывается.
карась! Все лодкой новой любуешься! Все заманало нас! А тебе завидно, да? Чему завидовать? Это ж воплощенная фантазия убогих! Иди ты! Если этот бизнес с уродами так и дальше пойдет, я себе лодочку побольше возьму. У подлодочников! Заточить бы сейчас чего. А то у меня брюхо к хребту уже прилипло. Чё за нам? Всё, братух, сдаюсь я! Спокойной ночи. I could use this. Secreta. Dumb beast. Not bad.
Отличная весть. Nice. Понял, Том. Учту. Удачи, Сэм. Конец связи. Братва! Внизу! Внизу, братва!
Вот это да! Хорошо горят.
слева не стреляют, а этим. А, слышь, а ты тему про Толика Лысого и как его змей испытывал, слышал? А, это слышал. А как подлодочные, когда плавали, еще видели на приборах мутанта, все... Им раз больше хлопки. Тоже знаю. И получит себе. Отличная находка. Самогон продавал. И тот ему по секрету рассказал, что это значит и не мутант вовсе был, а плавучий город инопланетянских ящеров. И они с него хотят род людской извести. Так торпеду надо было. Так хотели. Эмля, чё вообще такое там? Не видно отсюда. Надо сходить, заценить. Чохер, баханы! Ах ты, чертила!